Полярная курочка, птица, типичный обитатель полярных областей Северной Европы, Гренландии, Сибири, Аляски и Канады, принадлежащие к многочисленному семейству курочковых. Окраска оперения туловища этих птиц, максимальная длина которого может доходить до 43 см, состоит из сочетания белого цвета основной его части, черной шапочки на голове и серой мантии на шее. В местах традиционного обитания эти птицы составляют большие колонии, проводящие большую часть времени на песчаных или скалистых участках побережья. Во время своей охоты курочки летают не очень высоко над водой и выслеживают свою потенциальную добычу, в качестве которой могут выступать различные ракообразные и мелкая рыба.